К наведению порядка в парках, скверах и на улицах города должны подключиться предприятия, учебные заведения, общественные организации и территориальное общественное самоуправление, а также жители курорта. В период месячника нужно очистить зеленые зоны от мусора и сухих веток, разбить цветники, побелить деревья, очистить прибрежные территории и места массового отдыха. Работа охватит всю территорию муниципального образования, ведь от внешнего вида курорта во многом зависит впечатление о нем миллионов гостей, которые начнут приезжать в Анапу уже в мае.